А, вон она как. То есть мы выкинули 50 рублей, можно сказать, на ветер. Угу, ясно. Ну, чем вы сейчас занимаетесь, чем вас волнует, вот, вас там, какие там игры или еще что-то там такое? Ну, старшики сейчас на лодках у нас ходят, мы в качалке, в футбол играем. То есть готовитесь, ОПФ, бегаем, да? Бегаем тут два круга. Значит. А так вообще, вот вы там поучились там дома, какие там интересы? Вот да. Какие там компьютерные игры там или еще что-то там любите почитать, какие-то там книги, фильмы посмотреть? Я рисовать люблю. Рисовать любишь? Ну да. Хорошо. С братом играем. А с братом во что вы играете? Да, так, то в разные настольные игры, то в телефонные. А, в телефон. А я играл вот одно время в Unreal Tournament, первая часть, и как я на нем там дошел, прошел уровень Бога. Помните? Unreal Tournament. Там их самая первая, это такая ерунда. Потом, естественно, вторая, там была третья случай. Сейчас бросил все это играть целиком вот с этим самым, с Ютубом связан. То пишу, то все пишу. Какие песни вас волнуют? Какие-нибудь есть любимые? Не знаю, у меня все. Не знаю. Ну ладно, не буду вас задерживать. А то у каждого там свои любимые песни, своя любимая группа есть. Или еще не тот возраст, да, чтобы интересоваться. А фильм какой вы любите, вот вообще-то? Какой фильм вам понравился? Вот, последний? Именно про мультфильм или фильм? А любой. Мультфильм, пускай фильм или мультик. На драконов ходил, на лего фильм ходил, классный. А, вот так. А, вы это сюда ходили, да? Да. А то, что и по телеку не показывается. Понятно. Ну да, это как мы тогда в школе ходили на пришельцев в доме, а его сейчас показывают по телевизору, То есть, может, полгода назад. Он сейчас все фильмы будут по телевизору. Ну да, понял, черепашек и ниндзя раньше в кино показывали, сейчас еще и по телеку показывают. Ну ясно, да. Конечно, интересно, они там бегают, рубаются, там смотреть, что там происходит, да, действия. Ну ладно, счастливо, ребята. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!